Сегодня в меню пампушки с сыром. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Яйца 2 штуки. Соль 1 щепотка. Чеснок 2 дольки. Сахар 1 щепотка. Сыр твердый 60 грамм. Масло сливочное 30 грамм. Вода теплая 150 миллилитров. Дрожжи сухие 0,5 чайных ложки. Мука 2,5 3 стакана, стакан 300 грамм. Масло растительное 3 миллилитра для смазки формы. Для приготовления пампушек нужно использовать твердый сыр. Выбирайте тот, который вам больше всего нравится по вкусу. Готовые пампушки не обязательно смазывать чесночным соусом, но можете попробовать чесночный соус для пампушек. Подготовьте все ингредиенты. Влейте в миску теплую воду, добавьте соль и сахар. Все хорошо перемешайте. Вбейте яйцо и хорошо все перемешайте. Добавьте муку. Замесите тесто. Возможно, муки потребуется немного больше или меньше. Оставьте тесто на час в теплом месте. Миску накройте пленкой. Поднявшееся тесто обомните рукой. Сформируйте одинаковые по размеру кусочки. Каждый немного придавите и выложите в центр по кусочку твердого сыра. Сформируйте пампушки. Противень смажьте растительным маслом, выложите пампушки на некотором расстоянии друг от друга. Смажьте их яичным желтком. Оставьте их минут на 20 в теплом месте. Отправьте пампушки в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут. Растопите сливочное масло, выдавите к нему чеснок. Перемешайте. Смажьте чесночным соусом пампушки. Выложите готовые пампушки на блюдо. Вот такие пампушки получились. Очень нежные и мягкие с сыром внутри. Их можно смело подать к чаю или борщу. Побалуйте своих любимых такими оригинальными и вкусными булочками.
Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!